Первый лед и первый трофей, офигеть! Вот это да! Вот он и первый лед, первая жерлица, первая пойманная. Началось, мы на льду. Доброе утро всем, парни! Неужели мы на первом льду? Подписчики, всем привет! Зрителям канала тоже. С вами канал «Любительская рыбалка» с Михалычем. Вот он и первый лед, первая жерлица. Установлена. Надеюсь, сейчас и первая щучка будет поймана. Народу, блин, конечно, капец. Вчера мы приехали только вдвоем, никого не было. Вот уже раз, два, три машина, четыре. С той стороны, там он светится, там тоже стоят. Народу, короче, тьма. Ну и посмотрим, что получится у нас с этой рыбалочки. Как-никак, первый лед. Сегодня переключаемся, мы погнали расставляться. Собрал 10 жерлиц своих именных. Такие вот. Расставляемся, ну и пробуем. Все, ребята, 10 жерличек я расставил. Вот так понад берегом. И вон у меня сработочка. Идем смотреть. Там парнишка одну поймал уже. Ну, думаю, хоть что-то будет клевать. Народу, конечно, много сегодня. Тащит. У меня тут резиночка лопнула, трещотка. На трещотке трещит прям. Вот, тянет, тянет. Щелкает. Тик-тик-тик. Облунку прям ударилась. Маленькая была, да? Да, небольшая. Обидно. Вот. Первая поклевочка, исход. Она маленькая была, ушла. Ну и рыбе тоже нужно давать шанс. Ребята, шанс рыбе тоже нужно давать. Пускай живет до трофеечка. Такого. Ну и что, самое главное. Началось. Мы на льду. Вон, Слава стоит. Не хочет заходить на лед. Кое-как уговорил его с машины вылезть. Че, Блайхан, глубина какая? Нормально? Ну. А че ты под камыш не пойдешь туда? Сейчас тут попробую. Че за балансир? Ну-ка. Ратлин, да? Ратлин. Резиновый тоже? Нет, это. Что это у нас? Уринхан, что-то. Солт. Манчина. Манчина. Чина, чина, манчина. Э, ты что не рыбачишь? Давай тащи его сюда. Что ты охраняешь его там стоишь? Еще одна поклевочка. Хорошо трещало, пока бежал.
монтаж выполнен. Жерлицы. Ложок регулируется вот таким образом. Хлоп. Таким же образом поднимается. Дернула и бросила. Зверь живой. Все, ждем следующий. Так, левочки. Солнышко встает. Вот телефонный звонок. Аблайхан туда ушел на край. Живец хорошо, бодренький. Брал Мангелик Ель 19. Магазин Лагуна. Всю ночь простоял. Вчера в обед брал я его. Получается. И сегодня вот без кислорода, без всякого этого. Весь до единого живой. Вот такие пироги. Третья сработочка. Опять чуть туда не упало. Вот он. Первый лед. Первая щучка. Хватит, и так две отпустил уже. Первая пойманная. Есть. Первый щукандр есть. Супер. Я доволен. Довольный. А, Славик, что там, подсекай? Засекай. Есть? Ты дергай, засеки его. Ну дергай, засекай. Все, пошел, манжел. Быстрее, быстрее. Значит, не засек ты. Нет, надо засекать его. Студент ты, оказывается. Тащила же, авто живой? Укусила. Укусила? Ну все, отпускай. Ходим, гуляем, гуляем. Тут опять у нас сработочка. Что-то стоит. Вот только здесь вытаскивал. А, нет, вон там вытаскивал вроде бы. Опять сработало. Ну, погодка шикардос стала. Ветра минимум. Солнышко, все дела. Вот, прикиньте, промоина стоит. А вот тут вот буквально 5-3-2 метра мы рыбачим. Вот это да, да? Так, ну что, посмотрим сейчас. Подразним мы ее немножко. Что-то тишина, не хочет. Прямо я ночью пёр.
скорее всего, мелкая. Бросил. Ну, ребята, первый лед, первый трофей. Начнем взвешивать. Нулики. Ну вот такая вот у нас обстановочка. Клюет мелкая и крупная. Весело, короче. Не скучаем. Нормально все. Погодка шикардос. Ветерок минимум. Классно. У нас еще сработочка. Мотала-мотала что-то. Потихоньку стоит. Ой. Здесь динамик ты зажимаешь, потом не слышно. Блин, у меня сапоги такие грязные, как будто я где-то в этом лазу. Вот видишь, как надо засекать его. Вот все, готовое. Взял, отцепилась. То ли она держится, то ли она не держится. Надо резко его подсекать. Мне один выше камеры подними. Мне один человек сказал, что по первому льду нельзя щуку отпускать. Почему, он мне так и не объяснил, не было времени. Я бы ее, может быть, отпустил, но это как бы и сковородочная, нормальная такая. Мы ее возьмем вечером, пожарим, да, свежечка славика. Остаемся с ночевой, ребята. Сегодняшняя серия будет завтра. Завтрашняя серия будет пару дней послезавтра. Так что не переключаем, жара пошла. Всем привет. С YouTube канала, да? С YouTube канала Михалыча.